Я должен был выпустить этот видеоролик примерно в конце ноября, но что-то пошло не так. А именно, я пошел не так, потому что я ленился его монтировать. Hey, народ, сам Дэн, и у меня, как всегда, на голове трэш. Это очередной видеоролик, который посвящен, можно сказать, самым основным подписчикам, самым преданным, потому что он посвящен нашему Discord-серверу, которому 27 ноября исполнился 1 год. На протяжении всего этого года у меня всегда был включен мгновенный повтор, и я записывал самые ржачные моменты из просто игр и посиделок в войсе. И теперь, когда серверу исполнился год, я знаю, куда девать эти моменты, а именно на основной канал, предварительно их смонтировав. Приятного просмотра. Может пойти чай заварить себе пока что? Ну тогда ты с нами не пойдешь. Ты еще мне указывать будешь? Ты, блядь, жалкая пешка Навального мне. Блядь! Ты, блядь, жалкая пешка Навального! Туда его! Домой, блядь, домой! Пизда, нахуй. Кирдык ждет нас. Начинаю. Кирдык, я ж попросил потому сделать не Кирден, ну пожалуйста. Ебать, ты сейчас просто... Самолет взлетает, блядь. Это я вообще нойз сделал. Да я еще мелодию пишу, короче, и просто вот этот нойз так хорошо вписался, ты просто не представляешь. Ну что это за пиздец, блядь, я не понимаю, нахуй. Хохлынка, блядь. Хохлынка, нахуй, да. Что это просто, блядь? Вырастил гриву себе, теперь уложить его скотчем приклей, блядь. Что за потрепанный мальчик, нахуй, из Алиэкспресс? Вот что за кнопка, блядь? Вот что за выключить, нахуй, он? И все равно все работает. Что я выключил? Польшу, блядь, не знаю, что я выключил, нахуй. Электричество все в Польше сейчас, нахуй. Потому что, да, я в серове кнопочку решил нажать. Просто это рекордное количество людей с вебкой включенной, именно вот даже просто значки. Чекайте мои очки. Я даже кепку нахуй снимаю. Это я в них отображаюсь, блядь! Да-да-да. The baby come. Вот давайте так, у кого есть каштан, тот крутой. У кого из вас есть каштан, покажите мне. Какой каштан? Каштан, вот как, блядь, у меня каштан есть. Каштан, дерево. Блин, куда бомбу ставить? Парни, вы о чем? Вайм, блядь. Я опоздал на тренировку. Ну, рабочее время. Пока. Какой, блядь, вайм? Середина дня. Бля, антигриттер шоу. Я чисто, да? Еще в скайпе звонит кто-то. Да-да-да. Прям идеально. Смерть, похороны и болезнь. Мне там голову на шиворот, на выворот оттянут. Бабка отпиздила. Так меня там расстреляют, по-моему. Там есть. Чел без зубы. Все, ББ, я пошел. Пока. Сука! Сука! Дикий, блин! Ай-яй-яй, ты лагаешь, Ты тоже, ты тоже. Да я не слышу вообще нихуя, ну почему? Следи кордом, блин! Пиздец. Слушай, у тебя хуй не работает! Акцент, это другое! У меня работает в отличие от твоих ушей, понял, ты, порт! Твои уши вообще выебал единорог, долбоёб, заткни ебал, нахуй! Картавый хач, блядь, хохол ебаный, блядь, чтоб тебя свинья порезала, блядь, ты пазл украинский, нахуй! Якубович, ты ебал! Кирилл разошёлся, всё просто, блядь! Просто Кирилл в отрыв полетел, блядь! Так, начинает хуйня получаться. Как они это Титаник не потонули? Ну, блять, лодка синяя, нахуй. По синей воде плывет. Лодка должна была раствориться. Ты сейчас ставишь, ты ждал сейчас, ты задолбал уже, да?
Окей, let's go! Помогите мне! И ускоряется, как самый сёрф! На 200 вниз. Игру кальмара пересказываешь? На 50 вправо. 200 вниз. Блять, ну что это было? Просто нахуй взорвался, блядь. Смеялся и просто... Так, тихонечко, блядь. Встал, пока заснул, блядь, пока считал, нахуй. Тупо арбуз, блядь, взорвался, нахуй. Продавали арбузы. Блять, араба купили местного. Местного араба, это как, блять? Как получилось так, нахуй? Это считается незаконным по законам УК РФ и Латвийской Федерации. Что? Из чего мы можем вычислить вывод того, что человек под именем Лолс Шоу отлетает нахуй в бан, блять? Да, спасибо, что меня поправили. Так и просто бан, блять, и улетел. То бишь твой ник Шир импровизируется как? Импровизируется как какой-то город. Тем самым мы можем вычислить то, что... Что твой город и является названием города Шир, но ты являешься человеком, значит, ты не можешь быть городом, значит, ты можешь меня заблуждать. Мама, ты вообще-то. Ты ему... Ты зачем меня мутить? А ты ему какашки? Ну ладно. Всё, сорян. Спасибо большое. Сорян. Ну что тебе надо? Какашки. То, что надеюсь, вам понравился этот видеоролик. Если это так, то не забудьте поставить ему лайк и подписаться на канал, кто этого ранее еще не сделал. Также жду ваши комментарии, потому что я люблю читать все ваши комменты. Подписывайтесь на музыкальный канал и ждите возвращения старых рубрик, потому что их давненько не было. Ну а с вами был, как всегда, Дэн, и всем пока!